знаете, мои хорошие, мои любимые, тере-тере мукалит муармсат. А мы с вами снова уехали, снова с дачи сбежали. Приехали мы в небольшой городок, который называется Раквера. Находится он в Эстонии. И приехали мы не просто так. Вот здесь за моей спиной новое отстроенное шикарное здание аквапарка. Говорят, вы знаете, что оно, теперь оно самое крупное, самый крупный аквапарк в Эстонии. Хотя вроде бы, если погуглить, то получается все-таки в Пярну. В общем, спорно. Поэтому давайте смотреть, что там и как. Подождите, подождите. А здесь что дальше? Пихна кондитрит. Самые лучшие пирожные, торты. Вот она, пихна. Вот она, знаменитая эстонская кондитерская. Мама увидела ее. Вот я и смотрю, думаю, куда она смотрит? Все налево. Вот так вот. Мне кажется, это не кондитерская. Кофик пакар. А, это все написано, да. А здесь, наверное, комбинат. И отсюда они развозят. Боже, я знаю это место теперь. А вот это сам аквапарк. Наишикарнейший аквапарк, водяной центр, спа, комплекс бань и так далее. Но давайте, мы с вами прямо тур по аквапаркам Эстонии делаем этим летом. Идем, идем. Вы знаете, мы тут пока ехали, искали этот по навигатору аквапарк. Это здание новое, я здесь его как-то не видела никогда, но не была здесь с тех пор. Мы проехали этот городок. Какой он уютный, какой он красивый, маленький такой. Очень много чего отстраивается. Слушайте, красиво. Да. А пихлака лучше. Короче, тебе сюда, а нам в аквапарк. Пихлака, это да. Ой, какие они торты делают. Пойдем, детка, пойдем. Крестюш, это же пешеходный переход. Вот здесь парковка бесплатная. Это городская парковка. А перед самим аквапарком парковка тоже есть. Но тут нету ни одного свободного места. Парковка для велосипедов. Терраса, кафе. Вечером здесь все подсвечено огоньками. Это же отель, спа и прочее. Ну, а мы с вами просто купаться, развлекаться, баловаться. Ага, здесь. Мы, знаете, сначала даже зашли не в ту дверь. Да, здесь роскошно. Кто-то из наших подписчиков звал нас сюда показать роскошный аквапарк в Раквере. Ну что, мои хорошие, мои любимые, мы тут, встречайте. Встречайте нас. Сам отель наироскошнейший, посмотрите. Это что, дождь на улице или это так? Да, полы сверкают, лифты. Очень красиво, да. Так, давайте пойдем. Здорово, здорово. Да, это был только вход в отель, мы опять не туда влезли, все-таки вот здесь надо на второй этаж, но мы же будем с вами ножки свои беречь, поэтому поедем на втором, на лифте на второй этаж. Едем, едем. Мы с вами на втором этаже. Куда теперь здесь прыгать? Ага. Векескус. Водяной центр. Тегаля, по-моему, с 9 числа. А сейчас не 9 число. Тере. Я вам показываю цены. Вот видите, с понедельника по четверг с 9 до 3. 2,5 часа здесь есть. И 4 часа. Взрослый 12. На 4 часа 16. В другое время 14 и 18 евро. Выходные в 17 евро на 2,5 часа и 48 евро на 2,5. Вот, а если еще и баня, плюс тогда все подороже. Ну вот все перед вами, смотрите. Вот, фойе такое. Здесь надо разуваться, раздеваться. Не до купальника, просто так. Да, и заходим в раздевалку. Кристина, идем. Вот раздевалка. Так это женская или мужская? А, сейчас посмотрим. Чья она? Не, это, наверное, общая, да.
что, здравствуй, Раквары! Нас Раквары встречает мощным течением и волнами. Здесь есть волновой бассейн. Кстати, в Таллине H2O тоже был, он включали просто редко. Смотрите, какие здесь волны. Парк огромный, роскошный, красивый. Мы не покупали вход в бани, потому что это, опять же, не имеет для нас смысла. На втором этаже вот целый комплекс бань. Но для нас это... Кристину не заманишь, а ее в воде одну не оставишь. Все-таки, понимаете ли, да? Вот. Вот здесь такие бассейны, несколько крупных лежаки, на которых можно полежать. Вон там мама с большим удовольствием полезла в лоханку, как она их называет. И чего здесь только нет. Ну, в общем-то, конечно, где-то они все идентичны, эти парки, аквапарки. Они у меня уже все перепутались в голове. Но это, наверное, последнее, что я могла вам показать, как бы такой вот крупный. Больше у нас так уж в стране этих аквапарков и нет. СПА какие-то еще есть, конечно, там в Таллине эти Эламус и прочие. Но, в общем и целом, это были самые крупные, что мы с вами посмотрели за это лето. Здесь есть и детская зона. Я бы не сказала, что он особо большой-то. Так вот для... Сюда не придешь. Тут дети, только там. И труба, да. Ну, не знаю, здесь есть бар. Салаты всякие, пончики, молочные коктейли. Я не знаю, тут еще всего. Тоже полно, как всегда. Как-то я бы не сказала, что он особо большой-то. На втором, да, только вот это вот все, что мы сейчас прошли с вами, вот и все. Здесь вот можно посидеть, полежать. А так-то, в общем, волны тут. Мои девочки уже бурлят. Уже бурлят. Все, для Кристины это гигантское счастье, просто невыносимое счастье. Температура воды в детском для бебиков совсем, для младенцев 33 градуса, для детского 32. Липус, это в котором весело 32, уличный 26, в ваннах 32, в бассейне 25, и воздух здесь 29 градусов. 26 уличный, тут значит уличный, да? Уличный, это хорошо. Значит, это еще не все, это я зря так разочаровалась сразу быстро. Зря я так... Давайте на мостик. Мама счастлива. Она очень хотела в лоханку. Ноги задирает. Вот здесь, значит, всего. Где побурлить, есть. Есть где душу отвести. Значит, здесь либо 2,5 часа, либо 4. Но нам 2,5 мало, а 4 много. Может быть, сделаем так, что свои стандартные 3 и уйдем просто раньше. Но... Взяли, заплатили как за 4. Потому что 2,5 это как-то несерьезно. Причем одевание, переодевание, мытье, это все входит в стоимость ведь, правильно? Не в стоимость, а во время вот в это. Поэтому чистого времени в воде может быть 3. Там бассейн и... Бассейн и тут сауна. А, так бассейн мы с вами... В бассейн, наверное, тоже можно? Давайте посмотрим. Здесь тоже смотрящий. Смотрит строго на нас с вами. Мама хотела булькать. Булькает. А, здесь еще с этой стороны. Ну да, это я зря так. Здесь дамочки лежат. В бассейн заплываешь тоже отсюда. Как и в каком-то предыдущем. В Перн вроде, да? Я уже путаюсь, не запоминаю, не забываю. Это возврат с Черной горки. Горка здесь одна. Вроде писали, что она как-то со светом, там что-то. Но вы сами понимаете. Вы уже знаете, кто меня смотрит, что я трусиха. И ни в какую эту не полезу. Баня вот там. Проход мы с вами туда не покупали. Здесь еще ванна и уличный бассейн. На улицу мы с вами выйдем чуть-чуть попозже. Здесь можно на шезлонгах полежать, отдохнуть и полюбоваться природой, погодой. Вот горка одна, но она такая... Крутая горка. Лестницы, шезлонги. Ну, в общем, здорово. Давайте в воду залезаем. Что тут время терять, правда? Так, мы все посмотрели. Теперь
Теперь надо все попробовать на собственной шкуре. Ой, тепленько. Тепленько. Беру вас с собой. Ни за что не оставлю на суше. Я понимаю. Ой, как здесь глубоко. Что с телефоном? Это странно лезть в воду? Я вижу это по глазам окружающих. Ну, что делать? У нас с вами такая миссия. У меня миссия. Я не могу вас оставить где-то там сверху показать. Ведь когда показываешь отсюда, это можно практически прочувствовать. Здесь опять порог, да? Да. Здесь порог? Ага. Потому что в прошлый раз я ужасно ударила коленку. У меня очень сильный синяк. До сих пор я жалуюсь вам. Очень сильно булькает. Сегодня мы сильно булькаем. Да. Мы снова в этой позе. Вы, наверное, уже привыкли, что мы все время только так. Ну, лето у нас с вами такое. Рум-тур, или как это, да, модно говорить, по всем водяным центрам. Лето было жаркое, поэтому море, озеро, вода, во всяком ее исполнении. Мы с вами все просмотрели. Нет, но на озере такого не бывает. Там все-таки скучновато, по этому озеру. Если есть возможность, надо разъезжать по всем местам, а не сидеть по домам. Мы очень удивились, что, знаете, Ракварь, где были в каком-то Ракваре? Это такой красивый город, он превратился в город. Я-то знаю, что это такое, типа, как полудеревня. Ой, выключили. Все, мы можем уходить. А это, наверное, по переменам. А, наверное. Наверное, перерывы идут. Смотрите. Теперь тут перерывы. Вот опять пошло. Нежные. Боже мой. Мы пришли, нам выключили. Ибо нефиг здесь столько. Может, мы куда нажали на кнопку? Наверное, я с жопой, простите, нажала на кнопочку. Это видно, здесь какой-то ритм есть, алгоритм. Да, потому что, вот, например, ВАЗ-2О в Таллине, этот волновой бассейн, я вам даже не показала, потому что в конце третьего часа, когда мы выходили, эти волны там включили. У меня уже даже камеры с собой не было, но мы там успели поплескаться. И здесь вот он есть, наверное, тоже включают попеременно. Вот нам уже что-то выключили, уже все, мы уже сидим. А зато вот там включили. А там не было? Нет, там есть шарфотик. А, вот. Куда надо идти массаж делать? Ну что ты скажешь, большой он очень? Да, мне очень нравится, даже больше, чем Пиар. А мне кажется, что он гораздо меньше, чем Пиар. Но в Пиарну было больше развлекух. И здесь несколько корыты как-то. Ну вот это мое чистое мнение, я бы в Пиарну. Но ведь здесь еще есть и бассейн общий. Где-то большой. Здесь нет такой трубы, где мне не страшно. Ну бассейн это дело обычное, а вот здесь поваляться. Я потом туда в кресло пойду. Да, можно на улице тоже шезлонги есть, там это лежат, вот такие дамы. Просто. Там можно загорать. Да. Потому что здесь 4 часа, здесь, конечно, не до вечера. Ну, вот Кристину, не этот самый, не выгнать. Мы, может быть, ушли бы и через 2, и через 3, но Кристина, боже мой, это все. Ее надо отдавать в плавание, она, наверное, очень хочет плавать. Да, она очень. Ее куда-то в плавание. Она хочет в плавание баловаться. Они, там же работа тоже. Она хочет купаться. Она залезай. И работать будет. Давай, залезай. Вот так, осторожно. Ну, помаши зрителям. Зрителям хочешь. Не, она будет прыгать, она что-то не видит, не слышит. Она все время говорит, что на даче получится. Она уже выросла в даче, на даче точно. У нас старшую не загнать на даче. Она в Испании, и что тут все время? То в Испании, то на Кипр. Она все время разъезжает. У нее там подруги, друзья. А что на даче? Нет, и Кристина теперь тоже. Ей тоже скучно, да. Старшая есть. А я когда полечу, да? Я говорю, вот когда вырастешь, когда тебе будет 24, тоже полетишь. Вот, а на даче сидеть ей тоже скучно. Она поняла, что можно с мамой ездить. Машина вот у нас появилась не так ведь давно, да? Теперь я везде рассекаю. Тебе как бы это интересно. А я так? Не понимаю, как у других людей машины стоят у дома и никуда не ехают. Что это такая вялость такая? Ну, люди бывают разные. Люди разные. Не может быть, уже везде были, во-первых. Да, может быть. Везде уже. Были уже, да. Все уже присытились. Да. А нам нравится, я сюда могу. И это главное, оставим кого-нибудь далеко. Трактеры.
от Таллина недалеко. Это полпути. Правильно? Такое красивое новое стеклянное здание. И мы не просто здесь так, не поверите, мы здесь будем ночевать. Я так думаю, господи, в каком-то Тарту. Нет, а здесь красиво. Ой, Раквера. А здесь красиво, и мы будем здесь даже ночевать. Я вам говорю, все покажу, расскажу, цены, номер, все. А я хочу туда на комбинат, где там делают. Пихлогокомбинат, да. Это кондитерские, это пирожки, у них здесь все. Пекут, и они рассылают по городу. Вот. А там у них точки открыты. Да. Макаронину достала, ну давай. Ну что, пойдем под душ туда? Тебе ли не можешь сказать? Давай, могу. Ради своих любимых подписчиков, моих хороших, моих любимых. Надо вылезать. Вылезай. Нам открой, нам этот самый... Мощные очень струи. Здесь вообще, знаете, как Шарко прямо. Я как-то пару раз постояла, потом дома не могла повернуть шеи ни направо, ни налево. У меня там застои всего. Периодически включаются. Вот смотрите, опять пузыри включили. И вот такую еще включили. Ты оттуда? Ну ты туда, давай. Я хочу к этой подобрать. Я прыгаю. Могу не буду готовы. Я думаю, что ты все скачешь тут. Ой, хорошо массируем. Плечи, позвонки. Ой, какой массаж классный. Ой, массаж. Точку. Мама поплыла под мостом. Давайте тоже туда сходим. Там волны. То, что я не показала вам в Таллине, этот волновой. А вот здесь везде в изгибах специальное такое течение массирующее. Плыви дальше. Вот здесь как будто чуть прохладнее стало, и здесь тоже эти струи. Смотри, мама, струи. Вода. Струи. Она гонит, и вода с подсветкой. Вода с подсветкой гонит. Но сейчас меня тут с камерой угонит. Тут, вон, видите, из воды что? Сейчас нас как... Сейчас... О, все погнало! Ой, погнало!
Ой, какая. Мои хорошие, хотела вам показать, поделиться впечатлениями. Но я знаю, что вы все смелые, я одна трусиха. Но тем не менее, предупреждаю всех, кто приедет, может быть, враг. Я хочу рассказать про вот это обратное течение, волновой бассейн. Будьте аккуратны, мы сейчас, простите, там чуть не ложили от страха. Там волны такие, такая мощь. Кристина перепугалась, мама тоже в страхе. Там очень мощно, очень страшно, серьезно. Захлестывают волны какие-то гигантские. Там по стенке есть канаты, по ним перебираешься кое-как. Потом они кончаются, там ничего нет. В общем, очень сильное течение. Так с виду очень безобидно и красиво. Например, всегда страшно даже. Ей-богу, прямо испугались все втроем. Очень сильно, очень мощно, но класс. Вот оно, это место, все совершенно безобидно. И сначала оно немножечко так достаточно спокойно. Ничего, да, видите, волны не очень большие. Течение здесь вообще спокойно. Ну, как спокойно? Не спокойно, но здесь не страшно. Вот, а потом посмотрите, вот сейчас начинается вот очень сильно. Нет, как-то он периодически. Вот мы попали так, что там было вообще невозможно. Цеплялись за эти белые канаты. Но это да, здесь серьезно дело. Не по-детски. Или может мы так просто первый раз испугались, я не знаю. Но волны серьезные. Нет, люди как-то спокойно. Может мы со страху? Или попали так? Вон, видите, какие волны? Очень сильное обратное течение. Кристина захлебывается там. Что-то мы перепугались, слушайте. А так вроде ничего с виду. Ой, господи. Что я такая трусиха, ну не знаю, вышли оттуда в ужасе. Очень сильно как-то нас захлёстывало. Мы пойдем с вами в нечто спокойное. Куда мне, господи, страхи тут всякие. Одни включаются, видите, одни выключаются, периодически здесь пропадают снова эти муллит, там включаются, потом опять меняется наоборот. Вот, а еще в этом, ага, зря я ушла. Видите, здесь еще одна функция есть. Ой, как красиво! О, нам надо с вами еще туда сходить. Как будто пар, дождевая завеса, а здесь прям сильный водопад. И сильные-сильные волны. Вот сейчас опять сильные. Настолько заметно, как там, когда находишься там. Я совершенно спокойно туда. Там. А там не все так просто. Или может просто так, потому что первый раз. Вон дети цепляются. Видите, как очень сильные эти, да. Прям очень. Там ребеночек маленький, тоже его тащат, поэтому. Да. Ух, натерпелись. Вы знаете, я разобралась с этим бассейном, который с волновой. Там не все так страшно, как казалось. И в этот дождик там хорошо, и в этот ливень, в смысле водопад. Это, наверное, было просто с непривычки, так от страха. Теперь мы только там кружим. И Кристина одна, и уже не страшно так. Показалось. Дождь хороший, знаете, такой холодный. А сейчас мы идем на второй этаж. Здесь обычный большой бассейн. Вот с вами здесь, я не помню, доплачивали мы или мы купили мы его, не купили, ну как-то, в общем, ба, ну все, Кристина теперь отсюда.
не выгонишь. Красивый вид здесь из окна, из большого самого вот этого бассейна, обычного как бы. На церковь. Да, вот здесь тоже можно плавать. Да чего ж хорошо-то. Все, Кристину не выгонишь отсюда теперь. Вид из окна. А это вид сверху с бассейна на весь аквапарк. Здорово здесь, но для меня лично в Терно было больше возможностей. А маме, например, нравится больше здесь, потому что здесь больше массажных струй, здесь можно из-под воды, и там везде, в общем, везде массаж-массаж. Она ей вот это нравится. А с точки зрения так вот развлекухи, вот как-то, не знаю, мне кажется, Терно. Красиво, как бассейн. Нам туда тоже сплавать. Но там надо плавать опять под аркой. Так что с камерой я вам там не проплыву. Камеру утоплю. Поэтому только так отсюда. Вышли на улицу. Я хочу вам показать этот самый бассейн. Как бы. А там мне, видите, вот там не проплыть с камер. Поэтому я отсюда зашла в дверь. Здесь, оказывается, в двери можно. Он в шезлонге. Очень даже здорово. А вот вид. Лежите, плаваете и смотрите вот на всю эту красоту, и на эту церквушку, и на горку, в которой кто-то с воем проносится. Говорят, что там вроде свет какой-то мигает. Боже, ужас. Кристина сюда тоже приплыла. А это немцы у нас здесь в гостях, значит, немецкая речь. Можно полежать здесь, Кристин. Сейчас мама прыгнет. Ну, вот здесь тоже отлично. Ну, здесь такое все больше детское. Кристина сюда вообще не заманить. А он только во взрослых желает. Мне здесь не очень глубоко. В общем, на все возраста. Ну и совсем-совсем, это я вам показывала уже совсем для малышей, совсем дельфинчики, горчики. Ну как-то, в общем, да, в общем-то и все. Почти 4 часа пролетели совершенно незаметно. Ой, слушайте, тут и крутило нас, и вертело нас. И знаете, что самое замечательное? Мы здесь повстречались, познакомились с нашими подписчиками. Замечательная пара, супруг. С женщиной подошли к нам, узнали нас. Нам было очень приятно услышать столько хорошего. Знаете, прямо настроение поднялось, как они нас смотрят, как им всем приятно, хорошо, и наше видео нравится. Знаете, прямо снимать хочется дальше. Скажу, что я устала. 4 часа для меня это очень много. 3 мне так бы нормально. Я уже не могу уже. Что только я тут не делала? На меня дождь лился сверху, меня топило волной, меня массировало во все концы. Я плавала, потом я загорала на солнце, наверное, час. И все. И теперь я хочу только домой. А дом где-то надо еще искать. Где-то у нас тут забронирован ночлег. Должны найти. А так, пока, до свидания. Всем советую посетить Рахвере и эту, как сказать, богадельню. В общем, всем рекомендуем. Маме понравилось больше здесь.
Я все-таки первое место по аквапаркам отдаю Перлу. А сейчас подписывайтесь на наш канал, пожалуйста, я с вами прощаюсь. Лайки ставьте. Вам не сложно, а нам приятно. Подписывайтесь на канал, я уже заговариваюсь. И следите за нашими видео, потому что это еще не конец. We'll be right back.